Всем привет, к нам поступила вот такая новинка, это питбайк от X-Motos. Он отличается тем, что здесь уже установлен более мощный двигатель по сравнению с теми версиями, которые есть в продаже. Но, собственно, обо всем, наверное, постепенно. То есть этот питбайк называется X-Motos 150, и он дополняет тот модельный ряд питбайков X-Motos, которые у нас уже есть в продаже. То есть у нас в продаже есть версия там подешевле, которая называется X-Motos Jet. Она на колесах 14/12, то есть на таких колесах поменьше существенно. И там установлен двигатель 125 кубических сантиметров. И эта версия такая совсем легкая, и она подешевле намного и попроще. Ну а основной модельный ряд питбайков X-Motos — это версии 125 кубов на колесах 17/14. Ну и версия X-Moto 140 на колесах 19/16, то есть вот на таких же колесах, как мы видим здесь. И получается вот эта четвертая модель, которая есть у нас в продаже, это X-Moto 150 на колесах тоже 19/16. Ну, если еще раз, да, сначала сказать, может быть, давно мы не обозревали питбайки или вообще, в принципе, мотоциклы. Вот на заднем плане, да, можно посмотреть, стоят уже не только питбайки, но и мотоциклы тоже X-Motos. Поскольку эта фабрика X-Motos, она специализированная фабрика в Китае, она работает много лет и занимается конкретно именно производством внедорожных мотоциклов. То есть у них есть полигон, люди, которые много лет занимаются именно проектированием этих мотоциклов и производством. Ну и как-то вот мы тоже давно уже с ними работаем много лет и продаем именно вот эти питбайки. Есть люди, которые путают X-Motos и такую компанию из Сургута, у которой много магазинов розничных по вот различным регионам. Она называется X-Motors. Ну, то есть путать не стоит, потому что X-Motos — это вот в данном случае, да, что касается питбайков и мотоциклов, это название фабрики в Китае. У нее даже есть вывеска, собственно, она вот эти слова X-Motos, они, эти буквы, да, X-Motos, они такими огромным шрифтом таким нарисованы на здании фабрики даже. Где-то у них есть это на сайте изображение. Ну, а, соответственно, X-Motors — это компания из Сургута, еще раз, которая имеет интернет-магазины и розничные магазины в различных регионах. Поэтому это немножко совсем, да, разные вещи. Что касается питбайков именно X-Motors, то тут можем сразу, наверное, сказать, да, основные причины, по которым вот мы их продаем много лет, и они нам нравятся, то их они нам нравятся по сравнению с какими-то другими вариантами. Ну, во-первых, да, то есть вот фирменных питбайков, которые можно отнести к какой-то конкретной фабрике, ну, чтобы понятно, да, кто их производит вообще, ну, и можно было этому производителю как-то доверять, их, по сути, не так много в Китае, хотя они, вроде бы, питбайки производят многие, то есть на российском рынке их огромное количество, но не всегда, да, можно понять, а кто производитель питбайка. То есть, да, самый, наверное, такой популярный бренд — это Кайо. То есть это понятно, это тоже производитель. То есть этот бренд ассоциирован именно с конкретным китайским производителем. У него в Китае несколько другое, кажется, название. Но, соответственно, второй бренд, да, который тоже ассоциируется напрямую с китайским производителем, это BSE. Там тоже специализирована фабрика именно по производству внедорожной мототехники. Ну, а какие-то другие вот варианты, их не всегда можно понять, к какому производителю именно китайскому они относятся. Вот X-Motos — это тоже напрямую непосредственно китайский производитель. Ну, и когда производитель, в частности, вот питбайков напрямую ассоциирован со своей продукцией, то как-то, наверное, у него несколько больше ответственности за качество этой продукции, ну и за развитие, собственно, всего своего модельного ряда. Если вкратце перечислить эти причины, чем нам нравится продукция X-Motos. Первое, то что это напрямую продукция от производителя, то есть понятно, кто ее производит, и у нас, например, есть доверие к этому производителю, то есть мы много лет продаем питбайки X-Motos. Ну вот характерный логотипчик, да, на правой крышечке можно увидеть. Второе, это что касается питбайков, то нам нравится здесь то, что они крупные. То есть они не маленькие, здесь вот именно они крупные. То есть даже 125-е питбайки, они сами по себе, ну, по сравнению со многими, да, питбайками, которые вот мы продавали или видели, эти модели, они покрупнее, и нам они нравятся больше. То есть у нас вот в личном пользовании есть такие питбайки, у меня тоже есть питбайки X-Moto 140 много лет, и вот...
Мне он очень нравится, хотя, казалось бы, то есть у меня большой рост, 190, вес там около 130, и там на обычном питбайке мне как-то не очень уютно, то есть он мне кажется маленьким. А вот X-Moto 140, мне подошел как-то сразу, то есть я на нем покатался, и мне он очень понравился. Я езжу на нем, по сути, по лесу, то есть вот именно сейчас, если посмотреть, такая плюсовая температура, грязь, и вот в конце, наверное, марта, в начале апреля уже можно будет ездить по лесу, несмотря на то, что там страшное грязище. И как раз вот для этого подходит питбайк X-Motos. То же самое и осенью. То есть, когда вот такая именно совсем уже нехорошая дорога, где можно легко завязнуть, то есть питбайк подходит вполне для того, чтобы вот по такой дороге ехать и в случае необходимости его просто вытащить легко одному даже, или не лезть там совсем уж в колеи какие-то лесовозные, а обойти, объехать рядом или провести его даже рядом с собой, то есть пройти пешком и рядом провести его там на первой передаче. Третье обстоятельство, да, которое нам нравится в питбайках X-Motos, это то, что здесь есть светотехника и приборная панель. То есть здесь есть, как мы видим, передняя фара, здесь есть поворотники. Вот мы видим, да, спереди рядом с фарой передние, есть задние поворотники. Есть жидкокристаллическая приборная панель. То есть на ней выводится скорость, и мы чуть позже ее рассмотрим еще раз. И на ней выводится, в частности, индикатор включенной передачи. Да, конечно, многие скажут, что по лесу ездить там зачем? Там вообще нужен какой-то спидометр, панель приборов, индикатор передачи. Но нет, на самом деле, то есть это очень удобно. Да и светотехника тоже очень удобна. То есть когда вы ездите не один, там, а два человека, что происходит постоянно. То есть вот мы катаемся часто и там по 3-4 человека. Очень удобно, что можно показать поворот или например, там посигналить кому-то, да, фары, или в принципе посмотреть в зеркала, то есть здесь они тоже есть, посмотреть там индикатор включенной передачи, какая передача там включена, вторая, третья. Все-таки это вполне удобно, то есть все это присутствует в обычных мотоциклах, но и здесь тоже есть. Это вот то, что третий пункт, да, который нам нравится в питбайках X-Motos. Ну, четвертое, да, что здесь можно сказать, это конструкция их. Здесь, конечно, эта конструкция может быть не самая новая, да, далеко. Здесь есть многие вещи, которые давно уже в питбайках проехали, как бы, да, в других брендах проехали. Здесь, например, с другой стороны, вот мы потом посмотрим, еще нулевик, то есть фильтр нулевого сопротивления такой с поролонкой, там, с двойной поролонкой, надо сказать. Сейчас уже применяются фильтр-боксы в основном в питбайках. То есть здесь мы видим простой глушитель, видите, такое простое колено торчит, а там сейчас применяются уже всякие пауэрбомбы, расширители, нержавейки. Но здесь вот есть такие еще элементы, может быть, те, которые фабрика до сих пор не меняет. Но могу сказать, что вот я давно езжу тоже на этом питбайке X-Moto 140, причем по очень грязной местности, вот весной и осенью. И какого-то особого труда почистить этот фильтр нулевого сопротивления, поролонку, которая, да, там не в фильтр-боксе, а, соответственно, находится прямо там слева, торчит у мотоцикла слева, скажем так. То есть какого-то особого труда прочистить этот фильтр не составляет. Поэтому вроде бы, да, здесь нет каких-то там новых красивых решений, но вполне конструкция, и вполне как бы она является не устаревшей, а... Но, тем не менее, конструкцию эту нельзя в целом назвать устаревшей, и она вполне рабочая на сегодняшний день со всеми ее элементами. Если перейти к рассмотрению непосредственно самой конструкции, можно начать с цены, наверное, этого питбайка. Стоит он в районе 135, наверное, тысяч рублей на сегодня. Если рассмотреть цены там других питбайков, то есть, то это примерно, наверное, на 10 тысяч дороже. Ну, на 10, наверное, 15 тысяч дороже максимум по сравнению с версией 140 кубических сантиметров. Версия, напомню, 140 кубических сантиметров отличается от этой, пожалуй, только двигателем. Колеса тоже такие же, 19 на 16. Ну, а самый бюджетный вариант, если уж не говорить там про питбайк X-Motos Jet, который на колесах 14 на 12, то самый бюджетный вариант — это 125-кубовый питбайк X-Motos, который, ну, стоит там в районе, наверное, 115, может быть, тысяч рублей на сегодня. Давайте рассмотрим основные характеристики этого питбайка. Двигатель здесь еще раз горизонтальный, производит его тоже Инксянг, самый, пожалуй, такой популярный, да, производитель, или который производит, скажем так, самые популярные двигатели для питбайков.
У них такой шифр идет в начале, YX. Вот этот двигатель тоже этого же производителя. У него, как мы видим, есть радиатор масляного охлаждения. Ну, стоит сказать, соответственно, и о мощности. То есть здесь мощность порядка, наверное, 15 с чем-то лошадиных сил у этого двигателя. У 140-кубового двигателя мощность порядка 13, наверное, ну 12 с чем-то, около 13 лошадиных сил. А 125-кубовый двигатель имеет мощность около 9 там, с чем-то лошадиных сил. То есть здесь, соответственно, вот из горизонтальных двигателей в питбайках X-Motos это самый мощный, еще раз. А что касается там других питбайков, то, например, и у Кайо, у BSE, ну, насчет BSE я не знаю, но у Кайо до сих пор, по крайней мере, можно встретить версии на 190-кубовом двигателе, на 160-м. Но тут кому что, как говорится. То есть, в принципе, это достаточно легкий мотоцикл, и там версии там со 190-кубовым двигателем уже имеют очень высокую такую удельную мощность, да, на килограмм массы. И, соответственно, это нужно уже таким более опытным людям, которые понимают, для чего это нужно. То есть вполне, в принципе, хватает и 125, ну и 140-кубового двигателя. В питбайках не зря именно эти версии горизонтальных двигателей устоялись, да, уже на рынке. Ну а 150 это тем, кому хочется уже чего-то немножко помощнее. Дальше, если рассматривать этот двигатель, то мы видим, что у него есть электростартер, кикстартер. Здесь, соответственно, у него все как по классике у питбайков. Это 4 передачи, то есть и все передачи от нейтрали включаются вверх. Но чуть позже мы это рассмотрим. Вторая характеристика, которую, как правило, пишут тоже в питбайках, это размер колес. То есть здесь колеса 19 на 16, еще раз, передняя резина имеет размерность 70 на 100 на 19, а задняя резина имеет размерность 90 на 100 на 16. Есть, конечно, такие тоже древние споры о том, какие колеса лучше, 19 на 16 или там 17 на 14. То есть кто-то хочет, например, версии помощнее, там 140-кубовые, но на колесах 17 на 14, да, то есть поменьше колеса, чтобы, ну, как-то, если рост относительно невысокий, то проще там доставать ногами до земли, ну, и вроде как крутящий момент при этом тоже повыше. Но как-то так вот тоже устоялось, да, у китайских производителей и у вот X-Motos тоже, что в версиях, соответственно, с моторами помощнее применяются уже и более крупные колеса 19 на 16. Мне, конечно, этот вариант вот очень нравится, я именно искал питбайк на X-Motos. И вообще, в принципе, питбайк я смотрел на колесах сразу 19 на 16, потому что при высоком росте эти колеса мне гораздо больше понравились, чем 17 на 14. Но тут все индивидуально. То есть сейчас вот у X-Motos, например, тоже в паре с двигателями 140 и 150 идут именно колеса 19 на 16. То есть колеса покрупнее, ну и, соответственно, высота посадки у такого питбайка повыше. Дальше можно рассмотреть общую конструкцию, то есть передние и задние тормоза здесь по традиции гидравлические, потому что такой вид как бы, да, легкого мотоцикла, он достаточно скоростной, то есть он имеет высокую удельную мощность на единицу массы, он хорошо разгоняется и, ну, имеет такой вполне спортивный, да, как бы характер, то есть здесь уже требуется именно оба тормоза гидравлических. Давайте, наверное, подойдем поближе, посмотрим. Что еще здесь есть? Ну, характерные какие-то, да, особенности именно вот питбайков, то есть внедорожных таких мотоциклов, которые часто падают, которые, соответственно, должны быть достаточно ударопрочными, чтобы не ломаться там при первом падении. То есть вот такие штучки, откидывающиеся ручки, если, например, он упал, то она не сломается. И, ну, и левый рычаг, такой же рычаг сцепления. Пластик соответствующий, то есть он достаточно такой устойчивый к повреждениям, мягкий и хорошо гнется. То есть так и должно быть, в принципе, у питбайков. Что касается подвески, да, то есть здесь вот такая перевернутая телескопическая вилочка спереди, сзади, соответственно, моноамортизатор. Все вроде бы достаточно просто, но сделано так вот, если посмотреть, весьма добротно, то есть рама, ну, достаточно крепкая, она имеет своеобразную конструкцию именно для такого рода мотоциклов. Ну и маятник задний, да, тоже вот он внушает доверие как бы своей формы, по крайней мере. И как-то вроде бы на нем не сэкономили. Давайте обойдем с другой стороны, посмотрим, что еще здесь есть. Но у питбайков на колесах должны быть буксаторы. И здесь мы видим, что они есть. То есть вот видно, да, что есть буксатор.
Буксатор – это такое механическое устройство, применяется именно в питбайках и кроссовых мотоциклах, которое, соответственно, предохраняет, ну, камеру колеса от, ну, одновременно предохраняет ниппель, конечно, да, от того, чтобы при провороте колеса по отношению к диску, при повороте покрышки, да, по отношению к диску, соответственно, ниппель не срезала с камеры. То есть вот для этого служит, соответственно, буксатор. Резина, кстати, здесь стоит Yuan Sing. Самая, наверное, такая известная китайская резина, которая ставится на большинство вот этой китайской простой мототехники. Ну или в России еще знают ее под брендом Kingstone. Ну вот, рассмотрим движочек с этой стороны. Тут мы видим как раз карбюратор Nibby фирменный. Со своеобразным подсосом вот этим, который похож, да, на подсос чем-то автомобиля советского. То есть здесь тоже выдвигается вверх заслонка воздушная. Дальше, соответственно, мы видим тоже здесь вот эти складные элементы, которые должны присутствовать в питбайках. Цепочка здесь 428H, то есть усиленная. Да, со временем тоже вот X-Motos планирует перейти на 520 цепи, но сейчас применяется 428 усиленные цепи с приставкой H. Здесь мы видим вот такую достаточно крепенькую защиту. И давайте попробуем на питбайк присесть и рассмотреть, что в нем есть интересного. Точнее, даже может быть не так. Ну, давайте. То есть сначала мы посмотрим органы управления, а потом его заведем. То есть вот у этого питбайка очень такая энергоемкая задняя подвеска, что позволяет очень удобно ездить по лесу на нем, по кочкам, переезжать через какие-то бревна, вот небольшие препятствия. То есть видно, да, как он проседает, этот амортизатор задний. Ну и передняя подвеска тоже достаточно, вот она энергоемкая, имеет длинные ходы. Все это очень удобно. Давайте рассмотрим, может быть, органы управления. Здесь они побогаче, может быть, чем у многих даже питбайков. У нас, к сожалению, не подключен аккумулятор. То есть мы заведем чуть позже с кикстартера все это. Здесь, соответственно, кнопка управления светом. Здесь нет габаритных огней. Здесь просто включается общее освещение, либо выключается. Есть даже вот кнопка управления ближним или дальним светом. Рычаг управления поворотниками со сбросом нейтральным. Клаксон даже есть, звуковой сигнал. Панель приборов вот можно рассмотреть. Чуть позже мы ее тут включим. Она достаточно простая. И со временем X-Motos планирует перейти на цветную панель, но сейчас применяется вот эта черно-белая такая жидкокристаллическая панель. Сейчас мы чуть позже ее рассмотрим. На правом пульте у нас, соответственно, рычаг управления сцеплением, рычаг управления передним гидравлическим тормозом. Задний тормоз управляется здесь педалькой. Ну, здесь вот педалька, она иногда бывает при падении, да, она загибается немножко. То есть туда вот может она немножко уйти при падении, если неаккуратно упасть. Но потом ее достаточно легко отогнуть обратно. А на правом пульте у нас есть кнопка старт-стоп двигатель. Ну и кнопка управления электрозапуском, электрическим стартером. Давайте заведем этот питбайк, посмотрим, как он работает. Для этого, соответственно, поднимем воздушную заслонку вверх, проверим бензокран, ну и попробуем завести его. Питбайк — эта штука, конечно, как правило, очень громкая, ну, достаточно громкая, но и здесь тоже так же. Вот можно посмотреть панель приборов. Основное показание — это скорость, но есть и индикатор включенной передачи. Давайте вот попереключаем. Здесь все передачи включаются вверх. Вот мы видим первое. Вторая передача. Третья. Четвертая передача. Давайте посмотрим освещение. Вот так горит фара. Ближний свет, дальний свет. Так вот работают поворотники. Достаточно. Так работает стоп-сигнал. Вот, кстати, в Nibby еще удобно, что регулятор оборотов, его он
работает без отвертки, да, регулятор оборотов холостого хода, то есть можно крутить просто этот барашек руками. Правда, вот здесь находится достаточно горячий глушитель, и лучше его не задевать. Тут, кстати, интересная оптика. Вот мы рассматриваем оптику в различных мотоциклах, да, видите ли, в обзорах, в индийских, китайских. И вот здесь она интересная тем, что поворотники сделаны на галогеновых лампочках. То есть обычно применяются либо светодиоды, либо чаще всего, да, применяются обычные лампочки накаливания. А здесь поворотники сделаны на галогеновых лампах. И, ну, центральная лампочка, она тоже галогеновая, это нормально. Ну, а сзади, соответственно, стоп-сигнал, он вообще светодиодный. Зеркала находятся вот в такой коробочке при поставке. И, соответственно, мы их уже не будем распечатывать. Здесь же находятся и ключики, вот мы видим, для этого мотоцикла. Поэтому под зеркала есть вот такие отверстия. На руле можно посмотреть, да. И при уже продаже в магазине, соответственно, эти зеркала установят. Скажем вкратце некоторое заключение, то есть это питбайк X-Motos 150, отличается он от остальных питбайков из тех, которые у нас есть в продаже, тоже X-Motos, тем, что здесь установлен двигатель помощнее, то есть это двигатель 150 кубических сантиметров и, соответственно, у него мощность уже там около 15 лошадиных сил, а, например, ближайший к нему двигатель 140. И модель X-Moto 140, которая есть у нас в продаже, там двигатель имеет мощность около 12 лошадиных сил, 12-13 лошадиных сил. То есть, соответственно, здесь двигатель на 2-3 лошадиных силы помощнее. То есть кому-то нравятся именно варианты помощнее, и тогда можно вот рассмотреть такой питбайк. Колеса здесь, соответственно, уже покрупнее, 19-16, ну а все остальное, здесь вся экипажная часть, в принципе, аналогична тем питбайкам, которые у нас есть в продаже. Ну и она больше сопоставима с версией именно X-Moto 140. Стоит обратить внимание на то, что не всем подходят вот эти высокие колеса 19-16, то есть здесь нужен уже, по идее, рост повыше. Хотя, конечно, здесь энергоемкость подвески очень большая, и там питбайк сразу под весом водителя проседает достаточно серьезно. Также эти амортизаторы регулируются, задний амортизатор, в частности, здесь регулируется. Ну и еще одним безусловным плюсом вот этих моделей X-Moto является наличие светотехники. Это значит поворотников, фары, заднего стоп-сигнала. Ну и здесь же есть, соответственно, панель приборов жидкокристаллическая. То есть можно посмотреть и скорость, и посмотреть включенную передачу. Что, ну, то есть первая, вторая, там, третья, четвертая, здесь четыре передачи. Что, конечно, очень удобно, так как в обычном мотоцикле.